В тупик со старта. В Германии завершился первый раунд коалиционных переговоров между христианскими демократами и эсдеками. Что мешает им понять друг друга, узнаем от Татьяны Лагуновой. Миграционная политика была главной темой парламентских выборов в Германии и осталась главной темой коалиционного процесса после них. С поиска компромисса по этому вопросу христианские демократы и эсдеки начали переговоры и сразу же на старте споткнулись. Особых проблем ничто не предвещало. Еще на предварительных, так называемых, зондирующих переговорах стороны договорились принимать не более 220 тысяч беженцев в год и ограничили воссоединение семей не более 1000 человек в месяц. Но эсдеки вдруг передумали, а почему не больше? Дескать, в этом вопросе нельзя все измерять цифрами. Нужен индивидуальный, более человечный подход. На этой неделе переговоры по вопросу воссоединения семей будут продолжены, и я надеюсь, что нам удастся найти компромисс. Христианские демократы отвечают, они бы рады принять всех, но Германия не резиновая. Когда мы говорим о воссоединении семей, то должны не забывать об интеграционном потенциале, о возможностях наших городов и поселков. Искать компромисс поручили рабочим группам и установили срок до конца недели. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».